Так, а этой сосне примерно сколько? 250-300 лет научное дело вот нас утверждает. Вообще, да. Да, есть такая легенда, что охотников и рыбаков. И также сильно любил и ревновал ее бог Борей, покровитель холодного северного ветра. Из древности он ее взял и заколдовал, и превратил в это вечно зеленое красивое дерево по имени Пинус. По латыни так и называется. Пинус сильвестриус. Идемте дальше. Раньше мы много шли. Кто-то должен был командовать. Шли немного. Вадим, стабилизацию.
Нету. Так, это, ребята, не те мужики, это не наш мужик, поэтому